Андрей, ты слышишь? Слышишь?
Привет. Юж, сейчас женская дела. Заправились. Там все эти, ну, не все. Все у женской. Носи для вас. У них... Первую схватку выиграл Лизу, 10-0, потом в базаре. В базаре, да? Не, он после Лифонтова. Базаре. Значит, он четвертый город. Позвонили, ушли. Так, что здесь у нас? Он сделал ход. Значит, он четвертый города. Ушли. А Республика кто? Следующий. Вы позвонили? Нет. Есть, нет. Саша, Миша. Как три штуки пойдет? Что тут дальше? Итак, в прошлый раз в черном городе... Что, больше нет? А Миша сделал удержание. Что в черном городе? Да все мы там. Давай. А у вас кто в черном городе? У меня есть. У меня есть. А у вас нет. Выиграл. Тогда он на республику. Ты сколько раз выиграл? Сделай. Нет, один раз. Значит, он чемпион республики и чемпион. Миша, не лезь. Как только полезно. Готовы? Кто там судит? Давай, сохраняйся, пожалуйста. Итак, здесь борются за чемпиона республики. Здесь? Кто выиграл? Никто, значит, за чемпионат города еще борется. Внимание! Время! Ну, кто вот наконец-то чемпион республики? Руку ниже! На плечо ставь, Миша! Головой к нему, Миша! Миша, головой развернись! Капу! Не просто бежи, развернись сюда к головой. Дага. Руки впереди. Сверху не бери, вот здесь плечо. Так, терпи, Миша, терпи. Так, не-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 не. Не подсказывайся. Миша, все броски на краю, чтобы потом отыгрывать. В центре или герой? В центре. Андрей, много говоришь, нельзя много, ты же судья. Голову убирай в сторону, Саша. Ударишься головой, ты ударишься. Терпи, терпи, Миша. Ты не будешь, а он не будет. И боком к нему литров головой разворачивайся к ногам. Поднимай стойку. Правильно, разворачивайся, так перевернет и держит. Ты чемпионом города был? Значит, на чемпионат республики. Ты был чемпионом города?
чемпионата Республики. Ты был чемпионом города? Нет? Борешься только на чемпионат города. Ты выигрывал, значит, на чемпионат Республики. По сути, да? Внимание! Вот! Я сказал, печатку, ты сидишь в пите там. Пите как не делаешь. Подойди сюда. На теннис тебя, да. Больше там не разговаривай. Зачем? Потерпи. Потому что ты хочешь воды попить. Внимание! 2 минуты! Джей! Ну никого нет чемпиона республики! Кто может? А может быть и Европы? Кто 2 раза выиграет? Или головой аккуратно. С колен надо делать так. Делаешь рывок, потом с колен. Вот! И бом! Кто в республике? Сейчас говорите, что ты город, что он города, на республику. Пошел. Пожали. Держать. Держи руку ближнюю, ближнюю руку держи. Вот эту руку, голову вниз, держи головой руку. Вот эту головой держи руку, отпустил. Держи руку, руку ставь на колени садись, руку держи. Вот он ушел, руку не держал. Вот задуши его. Сядь на него, ляг на него, ляг на него. Ложись, задуши его. А ты покажу. Вазария, проигрываешь, Андрюха? Минута осталась. Еще раз так же. Через грудь его левую. Есть! И пом! Кому? Да, он выиграл. Да, становится... Республика. Чемпионом республики. Ливер. 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 И пом, Андрей. Андрюха, чемпион. Чего? Республики. Да, встань, пожалуйста, на ковер из управления. Я упал на кирпич. Нет, ты упал на ногу и на ногу. Заправились. Лиде надо пойти туда встать. Нельзя уходить с ковра. Будешь на соревнованиях, тебя сразу дисквалифицируют. Так, значит так, Дан у нас что? Чемпион республики. Чемпион республики. Нет, он сложно. Кто тебе? Он 2 раза выиграл. Ты вместо того, чтобы смотреть за ним, лучше здесь бороться. А то упал на него. Андрюха, ты что? Кто и кем являешься? Чемпионом республики. Вы? Чемпион города. Видишь? Пока ты ушами хлопал. Все, мате, построились. Поздравляю. Где мой секундомер? Вот он. Так. Этот, как его? Встань сюда. Считаешь вслух 25. Вот бросок, ты говоришь раз, бросок 2. Унгурянок. Считаешь там. Без кун. Нет, без падения. Без кун сюда. Встал вот сюда, сел на манерет. Еще раз. 20. Нет, на стол. 25 бросков, чтоб было. За 2 минуты? Уну. Приготовились. Джим! Дождич! Громче считаем!
Кто сделает 25 отдыхает? 30 секунд. Считай стоп, Денис. После 25 отдыхают. 52 секунды. Есть? Да. Так, минута 4 секунды. Не слышал? 23. 23. Стоп, минута 22. Уползли следующие две пары. Дани, посчитай вот эту пару. А, Дани, чучело взял и туда. Ну ты опоздал сегодня, я думал тебя. Ты себя хорошо чувствуешь? Внимание! Кто бросает? Кто тут считает вас? Посчитай, Георгий, пожалуйста. Внимание! 25 бросков должно быть! Даник, это не бросок. Георгий, считай его. Давай, давай, Иван. 30 секунд. Кто сделает, сразу русско говорите, что сделал. Говорите громко, чтобы я слышал 15-5. Минута 5. Минута 5. Минута 5. Не успели. Следующие приготовились. Следующее. Отдохнули? Да. Дать еще отдохнуть? Да, можно? Да. Кто он устал? 5 секунд. Он устал? 5 секунд? Да, отдыхаем 5 секунд. А что он устал? 3 километра. Куда? Да, 3 километра сегодня бегал. Так если бы он бегал все время, он бы пробежал. Его же не просят, чтобы он сделал это, рекорд Европы установил, рекорд города. Проси последний раз, когда он бегал. 2015. Ну, и то за девочку. И не поймал ее. Понимаешь? Побежал, она говорит, поймаешь, буду твоей. Он побежал и не догнал. Он говорит, хоть согреешь. Зимой было дело. Боже, раньше. Нет, сейчас, вот, смотри, видишь, его все подходит. Все. Все, да? Приготовились. Кто считает? Здесь считает, только громко. Кто там считает? Ингуряну, здесь, Владимир. Внимание. Сейчас, сейчас. Я? Вот. Поставили, поставили. Когда сделают, сразу кричите громко. И джей! Одна, два, 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 три, три, четыре, два, четыре, семь, 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 семь. Есть,
36 секунд. Последний был? Нет, последний. 20, последний. 23. Давай. Можно еще раз? Да. 23. Помоги ему встать. За уши его. Хорошо. Минута 15. У меня был парень, жил во Флоренах, тренировался в Олимпе. Пошел, хотел поехать на чемпионат Европы. И начал совмещать тренировки с работой, зарабатывал деньги на поездку. Он бегал из Олимпии во Флорены и обратно, после, на тренировку и с тренировки. Три раза в неделю, а то и больше. Так готовится. Теперь расскажу про гимнастику, олимпийские чемпионки. Дерюгина. Ирина Дерюгина, да? Что тренер? Вот наша, вот она сейчас в этом парламенте российском. Кабаева. Алина Кабаева. Еще раз, это сборная. Когда у них был один день отпуска, то есть в воскресенье они отдыхали, они жрали. Вечером у них весы были, они становились на весы и смотрели. Если у них больше веса, они одевали костюмы, бегали кросс. Это художественная гимнастика. Они так дохлые, худые. А вот я смотрел фильм, Алина Кабаева рассказывает, когда она приехала, она занималась в одном месте, в Казахстане, кажется. Ну, Казахстан или Узбекистан, а потом... Там, значит, набор был. И она приехала и как бы хотела поступить в Москве в школу Винна. Это величайший тренер по художественной гимнастике, который уже в пределах 15-20 лет или чемпионки мира Европы. Наши самые лучшие. Одни из, ну, лучших, можно сказать. Когда она просматривала, тренер ей сказал, говорит, хочешь, говорит, записаться в нашу школу ко мне? Да. Чтобы завтра тебе было на 3 килограмма меньше. И все. Человек попал. Девочка. И считайте, что ей было уже тогда 12 лет. Сказали, у тебя лишний вес 3 килограмма. Придешь, будет норма, мы тебя запишем. Чувствуете? Девочка. 3 килограмма. 12 лет. А мы мальчики. Так, сейчас кого тебе дать? Давай мы тебе Георгия дадим. А потом вот ты чуть-чуть Георгий устанет, моего брата. Брат тренируется, правильно? Да. Можете сразу с братом дать? Нет, давай, иди, папа. Я... Давай, Георгий, иди, приготовься. Так, брат. Сережа с братом поборется? Да. Да. Иосиф, и ну плачь. Где Иосиф? Иосиф, иди сюда. Садись сюда пока. Пока не устану, ты посидишь. Так, Чезарь. Прошу, Георгия. Боремся в партере. По грэплингу. Сергу Дискур, прошу вас. Владимир, что сидишь? Ау. Не понял. Грэплинг боремся. Да. А, кстати, пацаны, третий год, четвертый, пятый, не забыли там соревнования? Сэбо, перейдите сюда, даже вот сюда. Угрянут вот сюда. Вот сюда. Георгий? Да. Нет. Вот
вы уйдите вперед, пожалуйста, туда. Вот ваш там край. Вы здесь будете, сверху. Все, отшизайте, сели на колени. Готовы? На колени? Да, а с колен просто. По греплингу. Удержание. Только не 3 секунды, 5 секунд. Это что? Будем говорить так, чтобы не заворачивать, это 3 балла, да? Если вы перешли на другое удержание, например, с другой стороны, 3 балла. Сели верхом, 3 балла. И все. Дальше надо сделать болевой. На одну руку, на другую руку, не, на руку, на ногу. И удушающий. Тогда вы можете набирать очки удержаниями. Готовы? Дует Сереженька, да? Да. Хорошо. Чемен! Серега, а чего дует? Здесь все закрыто. Ну, дует человек. Ну, все. Может, сдувает тебя? Да. Не сдуло тебя да, еще? Не сдувает. Пока нет. Даня, да. Иди сюда. Проверь, Иосиф. Иосиф ложится на спину. Иосиф. Иди сюда. А что твое быстрое движение? Ее перевод. Ты ложишься на спину. Он старается ребенка держать. Да? Ты стараешься не давать. Он взял. Еще раз. 3 переворота. Взял удержание. Отпускаешь. И не держишь. Что главное, что тебе. Переворачиваешь, поставишь свою руку, она тебя улетит. Вот тогда через грудь, он получается слабенький, потому что он устал. И для тебя он очень сильный. Ты руку распускаешь, она улетит. Поэтому отпускаешь, становишься на ноги и бежишь справа, слева, стараешься пройти на удержание. Ты больше защищаешься и делай резкие движения. Одно резкое движение, пойдешь сюда. Нет, просто аккуратнее. Я вас прошу, перейдите вот на тот край. Смотрите, чтобы не ударились, Игорешенька, Игорешек, чуть-чуть, пожалуйста, Георгий. Отдыхайте самостоятельно. После 15 минут боремся. Георгий, Мате. Георгий, Игорь. Также, только перейдите сюда, пожалуйста. Этот, Чезар, чуть-чуть подвиньтесь туда. Они все равно там будут больше лежать. Все, работаем, пацаны. О! Идешь, твоя задача
зафиксировать удержание 1-2 секунды. Ты стоишь на ногах, забегаешь вправо-влево, зафиксировал, он только на спине лежит. Зафиксировал и отпустил. Место, это мой.